Всякая похвала, если она не заслужена, становится жестокой насмешкой и даже больше того, оскорблением. Поэтому, когда тебя начинают за что-то превозносить, подумай хорошенько и реши, заслужил ли ты эту похвалу или нет. И если нет, то знай, что над тобой только издеваются и смеются. Постарайся же в будущем быть достойным лучшего и сделать так, чтобы по отношению к тебе всякая ирония оказалась неуместной.